Это надо пройти. We have to go through it. И мы это пройдем, и дальше уже по всему миру будем строить. And then we'll build all over the world without a problem. So 25 kilometers will be done completely till July? No, only just a test drive. 25 километров будет до июля построено. Вот эта трасса 400 метров. No, this track 400 meters. Please pay attention. Just this track which is 400 meters. Там только еще земля отведена. There we only have the plot of land. Nothing is done there yet in Abu Dhabi. Не надо бежать впереди паровоза. We don't need to run ahead of ourselves. Сказал, опа, и на раз и пойдет. We can't do it like this and it appears, you know. Да, если бы мы нам дали землю в Белоруссии, if we were given land in мы бы уже построили. We would have already built it. Нам не дали. But they didn't give us the land. И в том числе, что вот после вот нашей встречи, я знаю, что там выйдет в эфир. And after our meeting, I do not know what will be online. Но после любого значимого события огромное количество негативных статей появляется. Огромное количество. There is such a mass of negative articles that appear. В прессе, в интернете. In press, in the online. Жулики, мошенники, стоят пирамиды, русские шпионы. Почему до сих пор не посадили? Yunitsky is a spy. Why is he in jail? Нет, и дело в том, что это так мешает работе. Так вот из-за этого настроена против нас администрация президента Республики Беларусь. Против нас настроено Министерство транспорта. Против нас настроена Академия наук Беларуси. Благодаря этим публикациям. И наш голос не слышен. Когда говорят, что у нас уже 800 инженеров. When we say we already have 800 engineers. У нас есть производство. We have a manufacturer. Самое современное оборудование, где we там лазерная резка, литокарный станок, эти координаты, 500 тысяч долларов. Единственное такое оборудование в Беларуси. Мы создаем и расширяем производство. Мы растем. У нас уже больше 20 зданий и сооружений нашей собственности. У нас 36 гектаров земли, где построены 5 тестовых участков. Мы вывели район на первое место по инвестициям. That we have first place in investments in our region, but they tell con men, scammers, and they don't hear us. Поэтому будьте добры, давайте так репортажи, чтобы все-таки было негатива. Он будет. Give reports in such a way that there is not so much negativity. Of course, we will have something negative because we have competitors, we have adversaries. But still, try to do it so it is positive. Thank you. Здесь, на 15 километров, оно было очень позитивно отражено в Baltic News. The signing of this contract here was in Baltic News very positively. Do you know what happened in Belarus? Да, типа, ну, там подписали, но они не понимают. They signed the agreement with this scammer, Yunitsky, with this conman. They don't understand, because there is a case against him in Lithuania about scam. И эта же газета в прошлом году писала, что обвинение сняты, и Юницкий подал суд на Литвинию. В этом году это убрали. Остались только что возбуждено. Как вы думаете, почитав Академию наук это все и написав президент, они лучше к нам станут относиться? Поэтому это мнение, что не обращают внимания, собака лает, караван идет. Opinion, although pay attention, the caravan is going, the dogs are barking. Это не та аналогия. It's not a right metaphor. Когда идет караван по проложенной тропе. When the caravan is going, когда есть верблюды, есть поклажи, есть погонщики. When they have people, they have cargo, they have everything ready. И когда собака из-за забора лает. And when there is a dog behind some fence and it is barking, it's all right. По неизвестной тропе. But if you are walking an unknown road, верблюда, you don't even have a camel yet. You don't have any cargo. Не забора, and the dog is not куски behind мяса. The fence, but it is biting your meat off. Причем собака бешеная. And it's crazy. Если ты от нее только не избавишься, ты сам умрешь от бешенства. You will die being crazy. Потом аналогия другая, надо это понимать. So it's a different analogy, and we have to understand that. Правильно. I'm Kate from Belgium. Я Кейт из Бельгии, у меня вопрос. And what's your next favorite country to build?
Какая ваша следующая любимая страна, в которой вы хотели бы строить? Хотели бы строить? У меня нет любимой страны. I don't have favorite countries. Да, почему? Потому что я, можно сказать, человек мира. Because I'm the person of the world. Потому что я такой хороший, и там люди пишут. And there are different reasons. Я потерял родину. I lost my homeland. Мало родины. My little homeland. Деревня Кинки, Брагинский район, Гомельской области, где я родился и вырос. Where I grew up, the village where I grew up. Самое грязное в мире место. And it's the most polluted place in the world. 7 километров от Чернобыльской атомной станции. It's 7 kilometers from Chernobyl. Это вроде и не рядом, но что произошло? It seems not to be so close, but what happened? Когда был взрыв тепловой, вода разорвалась. When the hydrogen exploded and when there was a heat explosion. Весь реактор взлетел в воздух. And the графит радиоактивный. The whole reactor with all the radioactive materials blew up. Образовалось радиоактивное облако. Into the air, and there was the radioactive cloud. И ветер дул в нашу сторону. And the wind was in our direction. Именно нашу деревню выпало. And it all fell down on our village. Потом в зоне диаметра близкого метра. So in the 10 kilometers area, есть место размером километра. There is a place size of a kilometer. Где радиация в 10 раз выше, чем в зоне. There where radiation is 10 times higher than at Chernobyl. Это моя родина. Itself. Я понял, что я потерял родину. That's my homeland. I understood I lost my homeland. И скоро я потеряем планету. And soon we are going to lose the planet. Техносфера убьет. The technosphere is going to kill it. А именно с этого я начинал из КВ. That's why I started it. Еще студентами задумался о том, что because even being a student, I thought about it, that the industry, that the transportation creates problems. Техносфера находится в том же месте, где биосфера, и она and победит. Technosphere is in the same place where biosphere is, and it is going to win. А мы маленькая часть этой биосферы. And we are just a small part of the biosphere. Для биосферы мы даже менее значимы, чем плесень. For the biosphere, we are even less significant than mold. Для биосферы. For biosphere. Для биосферы. Ну, на первую масса живого вещества на планете где-то 2,5 триллиона тонн. About 2.5 trillion tons is the living matter on the planet. А масса всех людей 50 миллионов. And all the people together is 50 million tons. It's а индустрия just so вот small. Что убивает. But the industry is what kills. Да? И вот тогда я давно задумался, so что then, надо менять ситуацию, надо начать индустрию в космос. That we need to change the situation. We need ракета не подходит, я придумал другое решение, все планетарно транспортировать. Industry to the space, and the missiles are not going to do that. So I've thought of another transportation method. And that's how also another branch was created, which is Skyway. Thank you, sir. Have a thank you so much. Спасибо. Yeah, something Africa. Is Nigeria is Africa. Yeah, first question is that when is the implementation of the technology Skyway starting in Dubai? First question. In Abu Dhabi. Первый вопрос. Когда будет начинаться внедрение технологии Skyway в Абу-Даби? Скоро. Soon. Я не буду называть даты, я не буду называть там время, я не буду называть деньги, суммы, инвестиции. Это не может быть точным. Because it cannot be precise at the это moment. Постоянно меняется. It's constantly changing. Но этот процесс идет. But the process как только is называю going, какую-то цифру, меня обвиняют в лжи. As soon as I tell a number, they blame me that I'm a liar. Зачем? Why should I do that? Будет, we are working and it is going to happen soon. That's what you have to trust. Yeah, second question. Второй вопрос. We've seen engineer Anatoly Yunitskiy in Vietnam. We also much interested in Africa. When are we expecting him soon in Africa? Так, мы видели ваш визит во Вьетнам, и мы очень заинтересованы, чтобы вы приехали в Африку. Когда это произойдет? Мы там поездили, совсем, сказать, правильно, по большому счету. Well, that was not a very correct trip there. Готовили эту поездку, как будто мы должны там дать рекламу. Чисто сетевой это работает. We actually prepared that trip in order to advertise the networking part of the business. Я естественно отказался от этого. And I refused that. И я рассказал просто о технологии. So I simply told them about technology. И наладили отношения просто с рядом бизнесменов. And so we had some negotiations just with a range of business которые, people. Которые смогут уже продвигать проект. Which will be able to move the projects ну, конкретно, project, to promote the projects in Vietnam. То есть мы налаживаем работу. So it's just work in причем надо в другой логике, не так, как мы делали это в Австралии. And we have to use a different logic, так, not like Индонезии, we did it in Australia or Indonesia.
Последнее капитство было? Или в Индии? Мы делали через хороших, в кавычках, партнеров. We did it through good, quote unquote, делали свои логики, partners, and which used their own logic and they destroyed everything. Поэтому мы работаем сейчас напрямую, никаких посредников. So now we work only directly. Никаких инициаторов проектов. No intermediaries, no initiators of target projects. Ни один проект инициирован кем-то, мы не будем даже рассматривать. We are not even going to consider any project initiated from by someone. Поэтому все инициаторы должны выходить на нас, и мы должны на нас, и мы должны рассматривать целесообразность. All initiations have to come from us, and we have to consider all the matters of the project. Главное здесь наличие финансирования. And the main thing is financing here. 99.9% не имеют финансирования процента проекта. 99.9 projects that are suggested do not have financing. Все рассчитывают на то, что мы придем за свой счет построим. And so they all believe that we are going to come and pay for it all and just build it. But why? We don't need that. Вы, наверное, тоже должны заработать. You probably also have to earn. Мы будем только тратить деньги. Or are we going only to spend money? А он имел в виду, когда вы на визит приедете в Африку. Нет, так поэтому я не езжу. And that's why I don't come to countries. Здесь я не визит, я работаю. Here I'm not on a visit. Here I'm здесь working. Здесь нам создано несколько компаний, мы работаем. Here we have created several companies and we are working through them. И те, кто строит, там многие из них уже работают у нас в компании. То есть это не просто визит. So that is not simply a visit. Many of those who build, they are already это working in our company. Это выстраивание бизнеса, это очень we сложный are building the business here and it's a very complicated process. Тем более на фоне того, как к нам плохо относятся, especially надо было сменить вот это вот on the background of all the negativity. We had to even change all the attitude towards us, which is very complicated. Это мы сделали. And we did that. Титанические усилия. And these were gigantic efforts. Поэтому если мы с визитом приедем в какую-то страну, будет то же самое, как и вот Австралия. So if we just come to visit some country, the same thing will happen like in Australia and all the rest. Thank you. Подарок. May I give you a gift? В прошлый раз мы дарили вам янтарь из Литвы. Last time we gave you amber from Lithuania. Янтарь в Литве, да. И мы сказали, что это для самых любимых, для самых ценных людей. And we said that amber is usually giving to closest and dearest people. Этот раз мы, как символически старались не опуститься, да? And this time we didn't want to go lower symbolically. Не знаете, из Литвы может быть нелегко, но нам удалось найти то, что вы во что, да, вы вложили свое сердце в Литве. It's not easy to find that in Lithuania, but you found something you put your heart in Lithuania. Вы хотели это носить при себя. Вы лично это заказали, ordered, и вы оставили в Литве. You ordered that, you wanted to have that, but you left it in Lithuania. Да, это печать с вашими инициалами. This is a seal with your initials. Это было сделано, чтобы, наверное, носить и вложить все ваши драгоценные мысли и памяти. Папочки, кстати, у меня есть. And so there is a file done for you, all your precious thoughts from your heart to go there. By the way, I will interrupt you for a moment. You are the Unitsky Anatoly Eduardovich. Yeah. So you, I don't know, like the initials. Like you have the same initials. И знаете, мы видим это как символ. Мы хотим, чтобы вспоминали только хорошие из вашей прошлой. So we see it as a symbol. We want you to remember only the good thing from your past. Yes, we have to remember everything, but we have to cherish only the good. Знаете поговорку? Кто вспомнит, тому глазу. No, знаете, кто забудет, тому два. There is a saying in Russian: who forgets something, they will take out one eye of him. But who remembers something, they will take one eye of him. But he says, who forgets, two eyes will be taken out. Так мы дарим это как символ из этих дней, которые вы в Литве были с мечтой построить. So we give it as a symbol of those days when you had that dream to build in Lithuania. Yes, many things, good things happened in Lithuania. И мы верим, что сильные люди изменяют историю. And we believe that strong people change history. Так, мы думаем, что несмотря что на вашем пути было и песок, и камни. So we believe that despite that there were sand and stones on your way,
мы закончим в Литве с хорошей историей. We will finish with good story in Lithuania, maybe even with the target project. Wow. Yes, it will be a good story when we win the case of war. Then we come back to Lithuania. Вопрос. Question. Владимир. Vladimir from Russia. Скажите, пожалуйста, почему законодательство Арабских Эмиратов запрещает строить деревянные дома? Please tell us why the legislation of Arab Emirates forbids building wooden houses. Ну, они и сало не едят. They don't eat fat, for example. Там свои, ну, причины. They have their own reasons. Не потому что жарко. Not because of heat. Вы знаете, в Сибири дома горят деревянные очень хорошо. You know, even in Siberia, wooden houses burn very well. Температура воспламенения дерева где-то около 300 градусов. It's just 300 degrees for the wood to flame up. Дерево в сауне, где 120 градусов, стоит прекрасно. But wood in sauna, for example, stands very well. Она просто в неких страхах. So the reason is probably in some kind of fears. И в отсутствии деревесины здесь нет. And the lack of wood here, because they don't have too much wood here. It's not a traditional material, so that's why it's not included. Но мы можем изменить это и создать новый. And create something new. Вектор домостроения. New direction in the home building. Question. Joseph from Slovakia. Josip is Slovaki. In which year do you want to have finished first targeted project? В каком году вы собираетесь закончить первый целевой проект? Адресный. Не хочу эти сроки называть. Well, as I told you, I don't want to give any date. 21-22. I think 21st or 22nd year. Вопрос? Я думаю, что это тоже целевой проект. Нельзя думать, and что I think this also can be considered a target project. Это we can't say it's just something. Для жарких стран. It is the beginning of technology for hot countries. It is a target project. You shouldn't think otherwise. Ни один уважающий заказчик не увидел, не потрогал ни технологию. No one without seeing or touching technology will order or purchase it. It's an illusion. Поэтому старт адресного проекта начинается здесь. So the beginning of target project is right here. Анатолий Эдуардович, расскажите немножко про озеленение. Вы будете делать? Здесь. Tell us a little about landscaping. Are you going to have it here? Мы хотим принести технологию получения, в том числе гумуса. We would like to bring also the humus technology here. Причем это уже не Skyway, это я продвигаю как фермер Юницкий. And it's already not Skyway, it's me as a farmer Юницкий. Ну это сельское хозяйство все-таки. Because it's agriculture. Я нашел и как фермер я финансирую. And as a farmer, I am financing that, not as the string technology company. Я нашел, как вернуть древнюю почву. I found a way to get back the ancient soils, the relic soils. Я там взял энергию древнего солнца. Using the energy of the ancient sun. Которое светило 100 миллионов лет назад. That was there 100 million years ago. Это бурый уголь. And this is the brown carbon. Уголь 100 миллионов лет назад был деревом. 100 million years ago this carbon was tree. Дерево взяло для жизни все, что есть в почве. And the tree took everything from the soil for Поэтому its life. Поэтому там весь минеральный состав. So the whole mineral composition that we need. Это 8 химических элементов в таблице Менделеева. Is there? Сколько? 80 elements of the chemistry table. Там даже есть германий. And it even has germanium there. Нам надо каждый день 5-6 миллиграмм германия, он витаминов. We people need 5-6 milligrams of germanium as a vitamin, otherwise we are sick. И поэтому это дерево почвой, и мы можем уголь через цепочку призывания превратить в реликтовую почву. So this tree took everything from the soil and then became carbon. We can turn the process back and get this pure soil that is not polluted by industry, by cancerogens, which is the relict soil. Все эксперименты проведены. Сейчас я We have done all the experiments. Покупаю электростанцию первую. And now I already am buying the first power station. Уже сжигая уголь, мы будем все, что осталось после сжигания. We're burning the получать гумус.
the carbon, all the all that is left of it, we are going to transform to humus. And then the power stations will be the most ecologically friendly. And the waste will be transformed into humus. Humus into noble soil using the microorganisms. This work has already been done. We already have the correct microorganisms. There are several thousand kinds, and we all need all of them, because some work on iodine. You know that the thyroid is not going to work without the thyroid, and then we are going to be blind and weak. So some microorganisms work on iodine, some on selen, some on oxygen, etc. The humans have invented thousands of professions in order to create the technosphere. And we have like tens of professions represented right here. Engineers, writers, drivers. So microorganisms also have their own professions. And we know all their kinds, and we add them to the soil so that it becomes correct. And when we process that technology in Belarus, of course we will also import it here. And then we can also plant gardens. And grow apples and grapes. Потом отходом работы электростанции будет вино. And therefore the waste of the power station will be wine. From the grape that grew. And of course the first experiments will be right there at that wooden house. Спасибо. Вопрос. Thank you. My name is Mr. Ene from Nigeria. Спасибо большое. Я Ene из Нигерии. We want to thank you for working for us on this kind of weather. И, во-первых, мы хотим поблагодарить, что вы для ради нас работаете при такой погоде в Дубае. In less than 20 minutes now, we are feeling like it burning us. Мы уже за 20 минут чувствуем, что мы здесь сгораем. And this is what you have experienced as a person for all this time without us. А вы привычный? You should be used to hot, мой загар right? Скоро к вашему приблизится. I will soon be like your color. We thank you so much. И мы вам очень за это благодарны. You did mention something about finance. Вы упоминали вопрос финансирования. And we are all the partners, investors to the project. И мы только партнеры, инвесторы этого проекта. One of the questions our prospect always asks us. Но один из вопросов, который наши потенциальные партнеры все время нам задают. We know how to give them the answer. И мы знаем, как дать им ответ. But we have seen you for the first time. Но мы впервые видим вас лично. Please. Пожалуйста. Can you give us an idea? Можете нам дать какую-то идею? When do we think? О том, как нам кажется. That our company will be listed on the stock market. Когда наша компания выйдет на биржу? Ну, понимаете, биржа это не самоцель. The stock market is not our purpose on its own. Многие успешные компании выходили на биржу через 15-20 лет. Many successful companies went there after 15-20 years. It's not the purpose. Понимаете, сейчас идет капитализация. Right now, собственности, естественно, we are going through capitalization of the material property and of course the shares важнее. That you own. And it's more important. Не выйти на биржу, и их никто не купит. It's not so important to go into stock exchange when no one will buy it and it will cost 1 cent or 1/10 of a cent. But to have a share that really costs when people will want to buy it. So we are capitalizing them now. Когда начинали, у нас дисконт был 1-10 тысяч. When we started, the discount was 1-10,000. Сейчас где-то 1-50. Now it's 1-50. Потом будет 1-10. Then it will be 1-10, and then it will be 1-1. Когда дисконт 1-1. And when it is 1-1, then we go to the stock. Это произойдет в течение ближайших нескольких лет. And it will be in the next several years. I can't give you a precise date. При этом капитализация будет идти еще через крипту, которую мы делаем. And also the capitalization will go through cryptocurrency. Выйдет, we are currently creating. Все делать вовремя. But we have to do everything on time. We don't have to hurry. Раньше, значит, ты просто впустую. If you do it earlier, it will be empty, you know. Позже ты опоздал.
If you go later, then you are late. So you have to do everything on time. Даже как если женщина носит ребенка. Just like a woman who is pregnant. Ну, конечно, в 7 месяцев родить. Of course, you can give birth at 7 months, but it will be premature. Можно и в 10, но это что-то не то. You can give birth after 10 months, but something will definitely be wrong. А вот эти сроки не только от нас зависят. But these terms don't only depend on us. Я не Бог, я не могу. I'm not God, I can't. Я всего лишь инженер. Be a prophet, I'm just an engineer. И то, что от меня зависит, я делаю качественный срок. But what depends on me, I do то, it with quality зависит, and on time. То, что от меня зависит, как я могу на это повлиять. What can, then, does not depend on me, I can't influence. Мне нравится, что оно так светит. Like, I can't influence the sun, though I dislike this heat, but I can't do anything about it. Поэтому здесь сегодня начинают работать в 5 утра. So here they start working at 5 a.m. Когда солнца нет. When there is no sun. Москва, Анатолий. Как обстоят дела с первым адресным проектом в Швейцарии Сан-Бернардино? What happens with the first target project in Switzerland? Я не был инициатором этого проекта, я никогда о нем не говорил. I have never initiated that project. Это их проблема. Other people spoke about it, so it's their problem. Скорее всего, не будет никогда, там нет ни финансирования. Most probably it will never happen because there is no financing there. Nothing. Just talk. Зачем вам вез такие проекты? Why do you need such projects? То есть вы с трудом инвестируете, давайте миллионов 50 потратим никуда. Because you invest and it's your hard labor. We can't waste your money. Мы потратили деньги, все. Say, we have spent your money and just built something. Даже зарплату нечем платить, допустим, нашим инженерам. For example, without even any salary to pay to our engineers. Проекты адресные не самоцель. And the target projects are not the goal on their own. Они появятся потом как вот жареные пирожки. They will be baked like cookies afterwards, but there is a time for that. You don't have to run ahead of time. Это вы бежите, вот MLM-щики, сетевики. Yes, the network marketing people, they are runners, but we don't do that. Поэтому я дистанцировался от этого. Therefore, I distanced myself from investment. After what happened in Lithuania. Я вообще к инвестициям не имею отношения. I said I have no relation to investments. Я ничего не строю, какие пирамиды? I don't build any financial pyramid or anything. Я там нету. I'm not even there. Я инженер. I'm an engineer. Если вопросы по опоре, я отвечу. If you ask по фундаментам, отвечу. About the anchor, I will answer you. About the foundation, about the string, I can answer you if you ask me about that. А по финансам, я. But as to finances, it's not my area. There are investment funds who do that, and that's their responsibility. Но переносит на нас и на меня. Sorry? Да вот то, что вы делаете. Переносит на меня. But all the negative response goes on me. You know, even until now. Вопрос из Латвии, Юрий. Вот эти конструкции, from Latvia. Они сделаны были в Беларуси или здесь? So, was it pre-manufactured in Belarus or here? It was manufactured here. Не все металлоконструкции. But not all metal construction. Около 30 тонн металлоконструкции. About 30 tons we manufacture потому что здесь не могли в эти сроки такого качества сделать. Because they couldn't do such quality here in such time. Like, for example, the saddles. Они длиной будут почти по 20 метров. Which will be about 20 meters, which иначе connect мы the не проедем через опору. Otherwise we cannot cross the intermediate support. Подскочим. The train would jump. Анкера, которые будут там, тоже мы привезли. The anchors attachments there also were brought from Belarus. Ну а потом отладим и наладим производство здесь, в том числе у нас здесь запланировано производство. Right, the manufacture here, then we also plan to have a manufacture here. Но опять же, своему время, опять же, нужны деньги. Everything in time and everything needs money. Не очень сложно, финансирование очень ограничено. The financing is quite limited, но so it's говорят, difficult. Ой, а что там уже 15 не закрыли? People say, why haven't you closed the 15th stage? Между нами. Well, between us. Ни один этап, ни один, не был закрыт с нужным объемом финансирования. Not one stage was closed with the necessary financing in full. Но ты знаешь, что мы должны быть на третьем этапе до сих пор. But it doesn't mean we should have stayed at the third stage until now. И меня не ругать надо, а хвалить, сказать, как он умудрился за малые деньги в такие сроки так много сделать. And you shouldn't say bad things about me, but good things about me. Like, how did he manage to do so much in such a short term? But people say the opposite. How long? How little? How long? Что Hyperloop сделал? What did Hyperloop do? Там уже вложено в него порядка миллиарда долларов. There's a billion dollars there. Что они сделали? But what have they done? Могу примеров, знаете, кучу привести. You know, I can give you thousands of examples. Поэтому, ну вот мы опять же в таких реалиях работаем. So that is our reality and we work in it and we understand it. Kat from Belgium, what's your feeling towards the future? Kat из Бельгии, что вы думаете по поводу будущего?
What do you mean? How do you feel towards the future? What future in general, on the planet or what? The future of Skyway. What's your feeling? What's каковы ваши внутренние ощущения по поводу будущего Skyway? Мои внутренние ощущения. My internal feeling. Ну, я могу передать слова Форда, только переделан на Skyway. I could give you the semi-quote of Ford, just transformed for Skyway. В начале 20 века его спрашивали. In the beginning of the 20th century, they asked him. Когда были одни лошади, есть фотография, когда в Нью-Йорке один автомобиль, где-то 1903 год, и сотни лошадей. Well, in New York, for example, there was one car and hundreds of horses in somewhere in 1903. There's even a picture. And he said right there. Закройте глаза. Close your eyes. Подойдите к карте мира. Come to the map of the world. Пнитесь пальцем. And just point it with your finger. Где вы на суше попали? And wherever your finger is. По дороге будет ездить. On the land there will be a road and there will be a car. Я говорю дальше. And I speak further on. Закройте глаза. Close your eyes. Подойдите к карте глобусу. Come to the globe, not to the map. И пните пальцем. And just point your finger. И неважно куда попали, на сушу или в океан. And no matter where you are, on the land or on the sea. Там нужно ездить. There will be strength. It's not because I want something I invented to be implemented. It will already happen independently of my will. Like Ford didn't build the highways. And now there are 36 million kilometers of roads. But they were just more efficient than the horses. And the swing transportation is more efficient than any known kind of transportation. It's more economic, more efficient, more safe. It's more eco-friendly, more accessible. And it spends the least amount of resources. It's the cheapest for the one who builds it. So there are so many advantages. That's why it will be everywhere. Построено, ну, не менее 40 миллионов километров дорог к концу 21 века. And there will be not less than 40 million kilometers of string roads till the end of the 21st century. And it's not a fantasy, because in 100 years, from zero, they built 38 million of normal roads. It's 380,000 kilometers per year. But it's much easier to bring to build string ways. Question from Georgia. Последний вопрос, да? Последний вопрос. Благодарю вас, Анатолий Эдуардович, за всю вашу такую заботу. Thank you, Anatoly Eduardovich, for all your care for this great hard work. Грузия находится, как вы знаете, на как узловую дорогу там шелкового пути. As you know, that Georgia is like a hub on the Silk Way. И мимо людских перевозок. Мы знаем, что это очень большая, нагруженность будет на грузовые перевозки. And we know that there is a very, very big load on cargo transportation. Мы когда разговариваем с бизнесменами, показываем тот потенциал, который может наш Skyway и перевозки больших фуров и контейнеров. When we talk to the business people, we show the potential that Skyway has for это transportation of big load, big cargo. Это очень впечатляет, очень. And they get really impressed. Вы знаете, что из железнодорожной Грузии тоже побывали Мариногорка тоже. And you know that the railway people from Georgia visited Mariinogorka. Если можно, если уже разработана эта машина, перевозка контейнерских, это идет какой процесс? So what's the process on developing the Спасибо. Unit for transporting big containers? Контейнеровоз спроектирован, сейчас изготавливается. We have designed the container unit and it is being manufactured. Для 20 и 40 футов For the 20 and 40 feet containers. Это универсальная машина, может такие возить, такие другие. So it will be universal, it can take both kinds. Причем двух вариантов исполнения, подвесные и навесные. And also in two options, hanging and over. Здесь будет трасса построена для вот контейнеров. And there will be a track here for containers. Мы хотим ее в следующем году, в конце года уже показать. And we want to show it next year in the end of the year. Так, of course, again, if everything happens the way we plan. Эта линия здесь будет построена, наверное, да? So the track will be here, yes, right there.
along the highway. Ледина будет 28 километров, мы хотим получить скорость 150 км. It will be 2.5 километров long, and we want to get a speed of 150 километров. И поэтому мы построили цех, уже он стоит. We already have a manufacturer for that. Приобрели еще один огромный, два цеха. We bought two workshops. И к ним еще будем два цеха. And we'll build two more. И на скоро будет производственная площадь больше 10 000 комнат. And soon we will be, have a manufacture more than 10,000 square meters. И там мы планируем производить и подвижный состав для первых, в том числе, адресных проектов здесь. And there we plan to manufacture rolling stock also for the first target project here. По мере финансирования уже деньги. And as financing comes because we need money. Мы начнем создавать производство. We will start also creating the manufacture here. Sorry, last question. Можно я добавлю? Both last question, okay? Because it's too okay. Потому что сейчас альтернативная дорога, как раз контейнерные перевозки, ведается у нас, и мы когда показывали это, им было очень выгодно. Ну, когда будет это говорить? Нет, дело же не в этом. So, when they are planning to build a container road there, so when we show them this alternative, they were really interested. So, I'm interested when can it happen. Я не знаю ни одного человека, которому это было бы не интересно. I don't know any person who wouldn't be interested. Даже врагам это интересно. Even our enemies are. Но когда заходит речь о проектах, то все хотят, чтобы мы пришли и построили. But when we speak about projects, everybody wants us to come and just build. Финансирование. But again, it's a battle of financing. It's... Thank you so much. Thank you. Спасибо. Спасибо. Я хотела бы просто напомнить, сказать о том, что всего несколько лет тому назад... I would like to remind you that just several years ago, несколько человек, several people, были на поле, да, и я в том числе, Анатолий Эдуардович, мы были в Минске, когда еще Минск, была трава, был бурьян, была трава, and bush. 2015 год. Мы сделали фотографию, как мы закладывали капсулу. We had a picture when we put a time capsule. Но эти фотографии для нашего продвижения, для нашей работы нам по сей день помогают. That these pictures still help us in our work. Потому что потом пошел просто вал обновления, роста, строительства. Но мы показывали, что мы были у истоков. Это самая крутая история и самая большая козырная карта для вас. Story and it's the trump in your hand. Поэтому Анатолий Эдуардович сейчас еще раз подтвердил, что вы можете сфотографироваться сейчас. So, Mr. Юницкий just confirmed, you can take a picture now. И также в дальнейшем пользоваться этим как уникальным историческим кадром. Unique historical picture. Ну, конечно, that you were at the source. Видишь, я знаю Юницкого. Давай деньги. See, I know Юницкий, give me money. Хороший день. Три-четыре, друзья, 3-4, зарядим энергетикой. 3-4 and let's shout. 3-4. Танюша, общее фото. Ну-ка, Таня, сделай фото. В 11 часов мы все в автобусе. Но это очень свободное время на фотографии. Таня, делай фото быстро. А фото еще много. At 11 we are sharp, we are in the buses. But before that you can take pictures, but do not climb anything. Live, you know. Do not go up any supports or anything. Да, коллеги, пожалуйста, встаньте кругом, мы сделаем общее фото. Кругом.
Okay, go sit all together. Hello, can you help me? Вот профессионал снимает. Там снимает. Шире, шире, шире. Шире, шире. Садитесь, садитесь. Таня, Таня, садись. Садись, Таня. Разворачивайся, Таня, садись. Коллеги, давайте так. Сильно руки не поднимайте, лица закрывайте, друзья. Да, их и так не видно в очках. Нет. Женя, давай живо немножко. Женя? Янт. Кашку. Видео снимаем? Да, да, да. 4. Ну что, помочь так? Okay, friends, so this is a wonderful, wonderful moment from Sharsha, from Skyway Park, and this is the beginning. This is the most difficult work is done, and now it's left to bring the transportation system and let it run. Так, друзья, самая сложная работа уже сделана. Мы приветствуем вас из парка Skyway. И то, что вы видите, это, как Анатолий Юницкий сказал, самая сложная работа уже сделана. Будет только нужно привести машину и запустить ее здесь. Но это уже легче, чем то, что было. Другой, taip kaip Anatolijus Juniskis sakė, pagrindiniai darbai yra užbaigti ir lieka atnešti mašiną. Nigeria! Nigeria! That's the guy. Yeah, that's the guy. For all my friends in Nigeria, oh that's the guy. That's the guy. That's the guy. You did happen. Wow. Wow. This is amazing. This is good. This is amazing. Yeah. We are so proud of this. We are. This is the future of our life. How do you feel? Oh how my God, so pleased. Fire. Wow. You see the emotions, guys. Yeah, yeah. See the emotions. Oh my God. Okay. Oh. That's good. Drogai, atsisveikinu, друзья. I say you bye till next time. Friends, I say you bye and see you soon.